выиграть не получилось, самое главное. Не очень. Нет, мы проиграли игру с Магнитогорским Металлургом. С Уфой, я считаю, что немножко нам где-то веселее не хватило, потому что мы плохо играли, создавали много моментов, просто надо было... Был бы победный результат в нашу пользу, в основном, да, с Магнитогорским, не знаю, готовили матч. В принципе, там, разобрали в игру, сделали выводы правильные. Надеюсь, что в следующих играх будем показывать более, скажем так, интересную, хорошую, главную, результативную и победную игру.